Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем играть в игру Mists of Empire. Мы решили пойти погулять, скажем так, развеяться. Люди устали от крафта, устали добывать ресурсы. Мы пойдем поосаждаем. Поосаждаем мы, ну как, кого еще тут поосаждаем? Мы пойдем, так сказать, к хомякам. Они опять заходят на нашу территорию, убивают наших рабов, ломают наши зернохранилища. В общем, нашим нужно развеяться. Ух! Das war eigentlich mal in Arkham uns immer so genannt, dass keiner wusste, wie wir heißen, weißt du, wer wir sind. Ach so, okay. Поясняю, у нас есть еще один немец, который разговаривает по-английски и по-немецки. Общается он преимущественно с Джокером. Ник у него... Где он у нас? Вот. Алина. Это как раз-таки человек, который пытался к нам вступить. И вступил. Перешел от банана к нам. Базовое имя? Да, ты создаешь персонажа, ну, и у тебя имя Алина. И никто его не менял, потому что в старых логах не писала гильдию, а писала там: ваш каменный фундамент был разрушен, Алина. А, ну понял все. Прикольно. Я за 40 лет на отцу визу Алина. Че, погнали? Подождите, подождите, я с телегами этот. Давай, я встречу. Че? Бля, в перегрузе. Да, закройте, пожалуйста. Я весь этот балаган пишу, поэтому не ругаемся. Извиняюсь. Окей. Все, поехали. Окей, до светохов видео в кино у нас есть. Так, раз. Суслик, с нашей стороны все готово. Кровати, фундаменты, оружие, все у нас есть. И вот тут у меня возник вопрос. И жрать. А если наш иностранный товарищ будет кричать запретки на немецком, видео Кокоса закроют на русском ютубе или нет? Нет, нет, нет. Нет, закроют. А на немецком тоже мотов-то только где-то. Ну, по крайней мере, немецкие слова, которые в ютубе используются, они проходят цензуру. Ну, то есть различные указывания там по расе, по гендеру, они проходят цензуру? Не, вот это нет, конечно. Вот, я же про то же и говорю. Да я ему предупредил, что видео идет. Вот. А еще, короче, вот, можно попросить его напеть любую песенку. Так, подождите, извиняюсь, вы опять начинаете это. А куда мы едем вообще? А ты куда поехал? Да вот я тоже смотрю, у нас метка в одной стороне, все поехали в другую сторону. Это в объезд или как они проехали? База хомяков там, нет? Мы что, до сих пор не выучили базу хомяков? Едем к городу. Я вот прекрасно знаю, где база хомяков, но что-то все поехали вообще в хрен пойми как. Капрал, а ты где? Капрал за нами. А вы где поехали? Я вы поехали за, по... Я за ними поехал. По левой стороне, поехал. Я поехал за остальными, я не посмотрел, куда они едут. Я думаю, они могут знать какой-то особый путь. В смысле за остальными? Тут 6 человек, 7 человек тут. Все, Кокос ладно. Только знает путь. Ездите за Кокосом. Не, ну смотри, может сосредоточенными сразу нет смысла быть. Как только появится первый раздражитель, так сразу минус лут, только инфа. То есть, а пока чё бы не побеседовать. Штырь мне бос нафиг, а? Собираемся. Ну так, имхо, имхо. Половина ребят не в ту сторону ускакала, и я за ним следом. И за мной, соответственно, следом. То есть, мы так паровозиком не туда и поехали. Окей, окей. Вы ну, на давай. Рефлексах метеоритку не начните там фармить, а то я знаю. Я, ним дофиг катапульта. Так, ну если мы разделились на два, давайте, наверное, сначала сбор сделаем на мосту. Надо где-то все равно кровать какие-то надо поставить. Это уже непосредственно там сделаем большую кибитку. А вот представьте, что бы было, если бы не было хомяков. Мы вот сейчас сидели и со злости бы пухли. Ну, пойти на китайцев, а нет, у них все на ПВЕ. Именно. Ты так крат. Шлемофоб видят не за гильды град нечт. Там выгнули их и оленя зицам. Это не все там.
Also wollen wir zu Chinesen gehen, aber die Chinesen sind auf dem anderen Server. Wie gesagt, ich wollte erst zu den Chinesen. Die haben mich fast genommen, so ist nicht. Aber die hatten wohl zu viel Schiss oder so, keine Ahnung, die konnten nicht mal Englisch oder so, weißt du, war schwierig. Ja, ja. Что-то мы растянулись слишком далеко. Ну, сейчас в любом случае до сбора дотянем. Никто не предупредит. По поводу? Ну что, идет группа боевая. А, ну типа то, что мы растянуты? Так рассредоточились. Guten Abend. А, вот он наш Крейн. Guten Tag. Guten Tag. Не, schon Abend, schon richtig. Alles Крейвен, а ты кто? Он даже смеется, как ты, Джокер. Я, кстати, тоже это заметил, что они смеются вот-вот-вот, не как русские люди. Маншайся, ты поедешь с нами? Вилахан gleich mit dir. Я dachte sogar mittags guten Morgen, also von daher. Ты говоришь, блин. Поедешь с нами? А вы уже выехали, что ли? Да, только что прям выехали. Сейчас я барсика возьму. А едем на, то, на точку сбора. Возле фермы проехали как раз. Да. Да я быстро догоню. Давай, я тоже остал Крейвен. Вдвоем поедем. Здесь тут фон один грин пункт. Свинатор, езжай. Вот Крейвен еще впервые тебя приедет туда. Войн спасибо. Дубль. За месяц игры в Mists of Empire мой плейлист стал как-то напоминать плейлист из дальнобойщиков вторых. И богу, блин. Вот это вот. Надо за метеориткой. Гдык-гдык-гдык-гдык-гдык. Надо за черным железом. Армада, у тебя... Вагончик на 3000. Да, хватит. Вот, ну 4 тысячи. Вот тут переехать надо. Muss man gleich Ausdauer halten. Ja. Ферзь сюда пришел в эту игру исключительно из-за этого звука. Из-за сброи? Кокос, признайся, ты когда спать ложишься, ты слышишь тявканье лис или скрип телеги? Нет, я в холодном поту просыпаюсь в дискорде, как будто кто-то кричит: «Кокос, кокос, вставай, на нас напали, кокос!» А потом понимаю, что это голос блица. У меня сегодня было, что вы на базу ферзя вынесли. Мы, кстати, подумываем. Мы подумываем оттуда пару крокодилов вынести. А там можно вытаскивать? Если что, всех животных можно сажать в клетки из вольеров. Если есть один фермер, можно с ним договориться, набашлять ему, животноводческий имеется в виду, подъехать с телегой и выгрузить нужное вам животное. Ферзь сегодня заходил, мне отписался что-то по поводу типа, а где все? И все. Я как раз пришел, прочитал это, я ему написал то, что все заходят, спрашивают, где все, но в канал никто не заходит. Так вот и получается. Вакса нет, все не заходят в Дискорд. Из-за Вакса? Да, рута. Блиц пошел опять через верх, да? У вас телега застряла, сэр. Зажать Е, сброс позиция, есть такая функция. Чё? Мы там дерево. Сколько дерево? Мы как сделаем, Джокер? Сразу, наверное, выставимся, да? Потом нападать будем, чтобы... Ну, конечно, конечно, конечно. Надо выставить, так они там поставим внутри. Поставим кровати.
В размер только вот я не знаю, какой делать надо, насколько. Ну, примерно. 4 квадрата хватит, мне кажется. Чтоб хватило, главное. Ну что там, там что, коней завести, да и все. Вот именно, чтобы надо, чтобы хватило стенок. А стенок не так много. Точняк. Понял, как оптимизировать. Как? Так. Секрет. Чтобы они меньше дамажили? Нет, чтобы они не задевали друг друга, когда размахивали. Просто тяпнем, повсучивать и все. Они сверху вниз будут бить. И поставить их штук 6. Ну или поводья им в руки, ага. Как при очень нет, поводьями они не будут атаковать. Они вообще щитами не атакуют. Свинатор, ты где? Так. Свинатор. Я на точку уже скачу, как он сказал, что тебя ждать не стоит, ты меня еще обгонишь. Ну, да, я спрашиваю, ты где? Так, мы здесь не проедем. Я 2500 до точки сбора. Я на сборе, тут тихо. Могу дальше проехать, до следующего моста. Wollt ihr über die Brücke bei dem Skilltrainer da? Bitte? Wollt ihr über die Brücke bei dem Skilltrainer da, oder was? Nee, wieso willst du Skilltrainer? А не, я уже просто. Не, виза мы скрыт, да, еще. Я карту смотрю, чтобы на дорогу попасть быстрее. So, jetzt warten. А нам перевести? Что, вы я теперь уже ждем. Да, ждем. Слушай, тебя это опять очень плохо слышно. Кого? Суслика. Я вообще не слышно. Ну, у него микрофон далеко. Да, вот так вот лучше. В смысле, я вообще его не слышу. Ну он молчал, но слышно было, как он поправил микрофон. Здесь. Слышно было, как он молчал. Красноречиво молчим. Так. Семьсот. Че, на месте, да? Уже можно идти. Нет еще. Нам 600 метров осталось, 500 метров. Это эти поля мирные или нет? Я здесь не знаю. Лок. Мирные, поехали. Ты в этом, в метеорите, вообще пофигу. Нет, они не мирные. Они дерутся. Я не люблю, когда дерутся. Плюдыку.
Уншвим. Эй, куда поехали? Так вот, они проскакали. Я вижу. А, бананы. Давай по дороге, может быть, как-то назад вернемся, сейчас телегу расхерать. У вас гейтап, айда. Посмотри. Kennst du, alte Schokotitte? Was machst du hier? Den Raid, Alter? Nein. Sieht das so aus? Alter. Komm schon, Alter. Ich will mitkommen. Raiden, Alter. Da musst du wohl joinen, Bruder. Ja, kann eigentlich auch so. Auch jetzt nehme ich dir. Kaiser. Pussy Idiot. Angebot steht. Ja, du kannst mitkommen, wenn du willst. Das прозвучало почти как по-английски. Was macht ihr? Wenn du Bock hast, kannst du mitkommen. Wir reden diesen, die anderen Russen da. Ach du. Also, ja, ja. Ja, dann komm mit. Aber wir warten jetzt noch auf den Rest. Да, что-то прям пролаг жесткий был. Что, голос заикается или что? Не-не-не-не, это в игре. Вы бьете? Когда вы пересекаете квадрат, он загружается. Соответственно, идет пролаг. Раз. Я, извините. Альда, я ком мит. Я да ком. Крепкий вороной, прекрасная лошадь белая. Так, кого еще ждем? Кто еще должен подъехать? Ну, телегу раз вижу, вторая телега где-то еще едет тоже по пути, видимо. Вот, вижу вторую телегу. Ein телеган, zwei телеган. Две телеги всего. Так, вот the rest. Я захватил в инвентаре, телега есть. Хорошо. Все, все здесь. Так, надо место найти, да, место найти надо. Место найдем уже около них. Надо сначала построиться, потом воевать. Поехали. Да, впритык где мы построимся. Кокос, давай, так, поехали. Сейчас дам ему метку хомяки прямо сразу. Вот это... А чё один наш голый? Чё? Китаец. Загорает. Ну, потому что умеет. Окей. Он в себе вещи держит. Тенвей, он так и не захотел работать на броньку, да? Да, у него все есть, он специально поехал. Так, ребят, подождите, ну, вперед не гоните. Надо начать сначала, чтобы не залететь сразу к нему. Так, я метку хомяки дал. Где-то в 200-300 метрах начинаем, типа, осматривать место. Ну и чё? Ну ладно. А Марата кто-то снимет? Да? Надо попробовать прям впритык построить и сколько даст нам. Да нет, надо сначала спрятать лошадей. А то они сейчас прибегут и начнут сразу стену ломать. Не дадут им, как сказать, открефтиться. Чем? А что, с нуля нельзя ничем вообще их ломать? Ничем. Ничем. Кокос, вы через левый или через правый мост? Мы через правый пошли. Право огибаем. Ага, то есть не по дороге, а... Да, я почему-то еду за китайцем. Я не знаю почему. Может потому, что там катапульт нету? Но ты, главное, к китайцу близко не подъезжаешь, чтобы ага, его не присетился. Ага, я вижу, что Тенвей ты забыл мне дать. Что? Двери. Как это я тебе дал двери? Ворота ты мне дал большие. Ну и двери к ним дал. А стоп, а, все понял. Вы хотите вот реально вот это из ворот делать? То есть из дорогих стен? Ну конечно, стен, конечно. Я думал, просто типа такой домик и все. Да? Нет. В смысле, лошадей заводить? Ну, поставил ему воротины, поставил этот, несколько стенок и все. О, а это спереди кто едет? Спереди кто едет? На телеге я. А, понятно. Как ты переказываешься? Я же сказал, я заранее поехал на разведку, чтобы мост чистый был. Джокер, делаем конкретную башню, чтобы они понимали, что мы приехали надолго.
чтобы они поняли, что пора выходить из игры, чтобы подтвердить наш титул. Хороших пора забирать к себе, а плохих вон на ПВЕ. Не, поздно забирать уже оттуда хороших. Это когда я вначале приезжал и говорил, приходите, пообщаемся в Дискорде. Это был тот самый момент, когда надо было переходить. Да ты им предлагал? Да. Стоп, вы налево поехали? Ну, мы на точку пока идем. Вот сейчас я не знаю, с какой стороны... Вот здесь мост есть, хорошо. А с какой стороны будем ставиться? С севера, юга, запада, восхода. Сейчас мост пересечем, я тебе скажу примерно, какой там расклад. Слева будет город, нельзя строиться. Его вон уже видно, башенки там домов. А справа от них будет холм. Ну давай вот с холма справа. Там кабаны, метка и холм как раз. Ага. А мы можем поставить стелу, не разрушив их? Нет. 255 метров или 275. Радиусы не соприкасались. Раньше был 250. Так тут-то в джунглях потеряться легко, ребята. Сейчас все растеряемся. Ну, идем справа от метки. То есть мы вот справа 200 метров от метки. Слушай, а там холм есть, на, чтобы хороший обзор был с него, то есть на их? Тогда с другой стороны только. Ну давай, Кумыс, это. Я за тобой. Глинка. Сейчас кто-то туда поедет, стопудово. Ну мы с правой стороны обошли хомяков, мы вообще уже в 100 метрах от них. И сейчас... стреляет, я вижу бот. Окей. Да, вижу, вижу. Кумыс, видишь? Стреляет. Да, да, да. Тебе норм? Да. Боту и по мне заехал. Ну сейчас они теперь нас заметят. Вот тут вот большой холм. Ну давай. Че, на холму ставимся? Да. Так, вы теперь справа, направо, направо коробок. Блин, на холму здесь не поставится. Чуть-чуть вниз можно спуститься. На холме. Они спалили вас, что вы пришли. Окей. Вот, вот тут или что? Где? Да, ты же должен быть валяв. Короче, ну нужно в радиусе 200, давай я сейчас метку дам, вот с южной стороны. Ты сейчас кому это? На свитках кинул, мы стоим сейчас, собираемся. На свитках, хорошо. Держитесь в радиусе 200, у них вышка на 150 шмаляет, поэтому. Вон там снизу поставить кокос, смотри. Алло. Смотри, что? Я не знаю, где ставить нам здание, это сейчас ворота. Вот, смотрите, вот здесь вот достаточно большая плоская площадка, если спуститься с холма. Здесь еще баллиста не бьет. Так где ты сейчас там снизу прыгаешь? Да. Вот ты здесь вот там ставить. Видишь? Ты стримак его видишь? Видишь. Я вижу его здесь снизу. Но... Короче, я здесь ставлю, да? Давай. Здесь больше места. Коней загоняем сюда так. Hab den Turm gefahren. Ты так, слишком не расходись. Он копию нашей базы строит. Отойди. Она не мешает, все отлично. Пойдет такая, да? А что ж такое? Потом, если честно, снесемся, да и все раскроем. Телеги вовнутрь тоже загоняйте.
Не валите джунгли. Почему? Ну палят же. И что, они спалили нас уже? Спалили, думаешь? Конечно. Все вот отсюда, где им баллисты поставить. Че, давай, наверное, вот сюда, да, одну поставим, Вафель. Смотри, куда ставить катапульту, чтобы снести им всю осаду. Ожидаю сейчас. Джокер. А. Так, смотрим. Кто показывает? Перед воротами скинул глиняный фундамент и кровать сразу. Зубфеды, Райнбринг, я. Кроватку утыкните, я тэпнусь. Суслик, раскидывай кровати. Одну кровать внутри прям этой крепости. Брось. Джокер. Сейчас. Так, Тенэвэй, в твою карету ложу этот маяк. Ну. Окей, главное ворота закрывать. Вафель, я ты... Рейд а кто на конях, ребят? Кто слабенький на конях, катайтесь вокруг базы, чтобы они не вытаскивали ресы. Так. Я могу просто кататься, чтобы они ресы не вытаскивали. Да, катайся вокруг, короче, смотри, если что, срезай. Okay, ну вторая кровать называется рейд-загон. Так, ребзя. А где осадку планируете поставить? Осадку надо вот тут где-то ставить, чтобы сюда не подпускать. Слушай, твой конь на улице. Да, блин, не поставишь. По дальней башне вряд ли получится стрелять. Где здесь? Ну, с другой стороны поставим. Так, что тараны ставим? Не, вот здесь посередине, если будет нормально. Сейчас, погоди. Надо деревья срубить и здесь поставить, чтобы... Смотри, ты ставь, но около тебя должны охранники... Типа две вот этих башни надо снести или двух людей да, на башню? Да, 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 да. Людей или башни? Конкретно. Башни. Хорошо. Без проблем. Ставлю таран. Так. Подожди, подожди с тараном. Сейчас подожди, сначала пусть Вафель там начнет пристреливаться, потом пойдем тараном. Погодите, мне надо узнать радиус атаки этих ребят на вышках. 150 метров. 50 метров. Да ебляха муха. Ну, вот здесь ломают. А он сломал стенку, они что-то там делают. Он, наверное, укреплять сейчас будет быстро. А во мне еще не стреляют. 43, 48. Да, они стенку внутреннюю сейчас будут укреплять. Так, ладно. Вот это пару деревьев. А, бастионку строят, вижу. Вон бастионка появилась. И все. Бастионку строят. Кто на конях? Быстро к воротам. К воротам, ломаем быстренько ворота пока что железом. Чтобы бастионку им не дать воткнуть. Уже я вижу, он ставит. Вон она черная появилась. 28. Ребят, там капрал, чуть-чуть отойди, пожалуйста. Вафель, ты сейчас умрешь. Нет. Продажи все урод. Где? Ешь его быстро. Осадка где? Все в телегах. Так, народ, не влетайте туда. Те, кто боится баллисты, не влетайте. Ворота сломали. Отошли. Crazy Fox, уходи, блин. Если что, я с другой стороны их базы, я чекаю второй выход. Под стенку отползай, ну подползай под стенку. А кровати поставили? Поставили, есть кровать. Так. А ты чё хочешь? Soll ich das Baum drain oder das nicht nackig? Ах, вот сумма. Раз, два, три. Варта, он за каноном махнет, блядь. Он шетлишь. Не, я хоп, ну, ау,
Реб, я вижу здесь только мангадетели, ни о каких баллистах и речи здесь нету. Если вот так... Сейчас, погоди. Кто еще там может, блин? Не вижу. А это боты, можете не обращать внимания. Боты пошли атаковать. Зачем вы туда заходите? Вот это бот, спросить? Это бот. Так у мыса что-то... Суслик, суслик, оставь, там ломать там башню надо. А, ребят, я, короче, беру манганетли и беру снаряд на нее. Я не знаю, где здесь вы Борису запрятали. На конях там наши лёты, сейчас опять снесу. Да я их катаюсь. Не-не-не, нормально. Пускай стреляет. Они там залутали уже. Да, кто-то бота, короче, хорошо нарядило. Да там бот в черном железе. Умыс. У тебя, как его, черное железо и, то есть, много оружки. Там бастионка одна гнилая, которую он только поставил. Давай. Так, полагаю, если сюда поставлю, они не будут на нее триггериться. Смотри. Ну, зато я и проверю. А что там с вышками делаем? Я сейчас носить их буду. Все, он сейчас бахать будет. Кто-то сломалось? Нет, не сломалось. Конечно. Так, часть. Ага, мышкой управлять удобненько. Смотрим. Далековато. Там какие-то части ломаются. А, бастион перелет. Да, я проверял радиус, куда он был тут. Еще ближе, где в пати. Давай, еще чуть-чуть поближе. Guild of Mers Бузова. О, отлично, хорошо. Давай. Окей, ну давай, лампу. Ой-ой-ой-ой. Блицнорм? Да. Все там баф. А чувака выбило, да, нет? Нет, нет, нет. Баллиста хорошая штука, хорошая. То есть вышки. Не фигарит. Не, кумыс, смотри, нам главное, чтобы они не заставили вот эту дырку, да? Вот, если не заставят, она еще будет гнилая, и она с удара отлетает. Вот. Я не знаю, сколько болтов у этой штуки. Ребят, вы по внутрянкам еще не попадаете, да? То есть не дотягивайтесь пока. Так, меня кто заснимает, ребзя? Че за фигня? Меня какой-то хрен снял, орё. Это... Просто подошел. Может, вы... А, здорово. Там... Где? Вот он. Я его даже не видел. Я его смотрю, что у меня ХП кончается. Что-то тут останусь рядом. Да-да, будет неплохо. Сейчас коня приведу. Что, его поймали, не? Возможно, да, убили. Не, нормально. Да все, блядь, минус. Думал, что он мне снаряды спер. Не, нормально, все на месте. Все, продолжай. У них здесь спальников, нычек по лесу накидано очень много. А, они могут прибегать с любой стороны. Кто-нибудь один с вателем... Да, надо охранять. Я сейчас на охране буду. Я останусь на черном входе их с другой стороны. Он сам сел за эту шляпу. За хуй, за баллисту? Надо стенку поставить ему тут. Поставьте стенку впереди.
Джокер, поставь прям стенку перед этой херней. Чтоб они не попадали. Китайцы, китайцы. Китайцы, иди сюда. Смотри. Зачем я стенку поставлю? Откуда я ответка будет идти? Возможно, я туда попаду. Я не вижу, о чем вы говорите. Только аккуратно, это настреливает. Пока патроны у нее не кончатся. А че она не ломает? Посмотрите на прочность. Вот это видео, страшно. Уже? Разве выбил? Я вижу, да. Что он там... А ну все, тогда по другой стороне. То, что ты стреляешь, будет там... изи. Я смотрю отсюда, кажется, что он там торчит. Может, смотрите. Окей. Стреляй, там труп. Будем верить, что не будет перелета. Они там вообще без этих, без броников. Их можно вообще видеть. Сука, слишком близко. Китайцы, отходи. Выбейте его с лука, если попадет там. О, все, готов. Разброс, всё, что-то того, был неплохой. Выбил бота. Да, у нее разброс гигантский. Нормально. Я по баллисте буду стрелять, что на центре сломаю. Да, отсюда. Конечно. Не, просто вдруг там встанет кто-нибудь за нее. Посмотрю, что там. Че, таран ставим? Он эту ставит. Огненные. Огнеметы? Блиц, забери его. Я лох хп. Ехать, они разбились. Да ладно, это сами. Потом разбились. Не попадаешь, чуть выше. Да я ж вижу, там разброс ядреный. Так, блиц, я отошел. Да, блин. Опять, 25. Ставьте таран, что ломайте уже ворот. Не, ну башни хороши, конечно. А вы не все, что ли, сломали, пошли? Кайказы там нет, ломают, проблемы. Тут одна внутри. Мы-то уже внутри пробились. А-а-а. А дайте кто-нибудь нормальность. А, вот. Мы все. Спасибо. Да, Джокер, он где-то здесь дрался. Если у кого-то с собой очень много оружия и брони, поставили ящик и на железный фундамент. Можете туда забирать. Сейчас скину тебе карту немного. Вот здесь, Джокер, назад иди. Да. Да я уже поел, я поел. А, поел, все. Просто забыл поесть. Не лезьте туда по одному к ним. Он в текстуре, мразь, это сидит. Да, этот бот в текстуре. Или это не бот? Это бот. Это бот башни. Его не собьете, пока башня не умрет. Факел. А, может, я собью? Или... Ну, я как раз и говорил, то, что вы дотягиваетесь или нет. В центре базы. В центре базы, смотрю. А, все, он перестал стрелять, да? А, сейчас тогда снесем башню. Че, и мне бомбить по центральной постройке или забить? Да, да. Хорошо. Тензейн, да, и сюда, да, нашел. Я этот привез. Таран. Прям попадаю. Джентльмены, кто в легкой броне, пожалуйста, займите высоту и не давайте им выходить на крышу, вставать за баллисты, чтобы наша осадка осталась прикрытой. Я спокойно, я по поводу брони, только кто-то встанет за нее. Я выберем. Стену надо. Тут стена черная, постреляй по ней. Сейчас посмотрим, где. Павель, если что, я смотрю прямо на место, куда ты попадаешь. Ты сейчас попал левее, идеально. Правее стрелять. Идеально, здесь сейчас сенцов. Попал идеально. Хорошо. Чуть-чуть левее, выше. Хорошо. Да, там разброс на такой дальности, он будет... Понял тебя. То есть они не зависят от меня. Огненные пушки, ребят, снесите. Вот тут огненные пушки стоят, их тоже снесите сразу. Дело в том, что она по области бьет, так что там все задевается. У меня по 8 показателей урона ползает. За один снаряд.
а то и по 10. А как вы там зашли-то? Сзади через баллон. Ага, ништяк. Так, надо за новой порцией сбегать. Сука, перелет. Бам! Мадафакас. Так, а у них стелла торчит или у них нету стелла? У них же должна быть тут стелла. Да, нужна быть стелла. Или они застроили, а, ясно. Огненные снаряды использовать не будут, так как они летят слишком далеко. Почему? Центр не хочешь бить? Там нету деревянных, они вроде критаем по деревянным. Чего есть нам, враги или... Они ж не взрываются, они так... Так, сейчас подровняю. Ребята. Да. А, Чилбоис нам не враги. Вроде не было конфликтов, но аккуратнее будь. Ну мы их рейдили. Мы их рейдили. Враги. Я думаю враги. В сторону хомяков побежали. Вы сами. Рядом с вафелем человек. Я вижу одного на горе стоит. Сейчас я вернусь к тебе. Да вряд ли что-то произойдет, если произойдет. Я тут еще в осадку скину сейчас. Мы вдвоем бот. Все. Надо было сразу так сделать. Что там, продолжать бомбить или перестроиться на другое место? А почему мне написалось, что до окружной мы еще куда-то попадаем? Нет, 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 просто окружная битва началась. Та-т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 а
Вагля, ты одевать врачи не пробовал? Это риторический вопрос. Я тебя раздражает мой склад. Алина, ком, не могу тебе приехать. Где Стелла, интересно, вот в чем вопрос. Джокер, сверху бейте, меня не пинайте. Let's go, boys! Так, ну вот, вы нашли Стеллу, да? Boundary маркер. 36 тысяч у нее. Так, а мы можем по ней долбить? Можем. Я смогу по ней попасть, мне только ориентир дайте. Она прям слева в пристройке вот этой линии. Смотри на трансляцию. Сейчас, погодь. Вот, я сейчас запущу снаряд и скажу. Давай. Вот полевее, полевее. Бегаем в нашу сторону. Порт. Не вставляй, а то зарыв. Алло, он железный. Я ж... Чего? Вафель, тебя чего? Тебя вообще не я говорю, чуть-чуть левее. На, чуть-чуть левее, ты молчал вообще. Ну неплохо, вот еще левее, да. Так, смотрим. Ман. Ишком да не шел. А, вот эту возьму. Чекай, вот это? О, да, красота, красота. Да, ясно, сейчас тогда по центру между ними. Буду фигачить. У них прям тут железный бункер, да? FBI, open up! Хорош! А что он сказал? FBI, open up! Да, типа. Откройте FBI. It's a really nice joke. Ну и кто опять моего коня фигачит? О, тут что-то огненное, да? Да это я разбил это.
первым. А я переживать за своего коня. О, еда! Отлично. Я могу едой поделиться. Я думал, опять свитки найдете. Ребят, вы не поверите, мы можем поджечь их фейерверки! А, ура! Да, это... Ребята, че, побеждаем с салютом? Да. У тебя есть справа, факел? Справа и долби прям, у тебя вот так будет очень быстро. Воткни руку. Не-не-не, у тебя во второй руке что-то есть. Салют пошел. Ну. О, здорово, красиво теперь. Там еще процесс есть. Да, вон фейерверки запускали. С Новым годом! Спасибо, вас тоже, народ. Хорошее завершение года. Рейд хомяков, подарок новогодний. Так, все, лампочка. Стелла упала. Теперь смотри. Хватит, давай теперь... стенки снесем вот эти. Какие? А как же Стелла упасть? Не, мы забили ручками. А, ясно. А, теперь, Вафель, покажи выстрел. Сейчас я тебя прицелю. Ну-ка, дай-ка пройти. Так. Вот. Ну, по сути, да, вот чуть-чуть правее берешь, да, и у них там будет бункер. Хорошо. Смотри еще раз. Еп. Конский бог, вот это Вьетнам. Да, да, вот в том направлении. Получает, ты пишешь с нами прохом. Красивая победа. Салютами. Как Марио, блин, захватили замок. Джокер, что делаем? Надо поближе Стеллу куда-нибудь воткнуть, да? Да, да, теперь нам нужно. Нужен. Вариант разграбления. То есть как его? Откусить кусок. Давай нужно вот эти стенки снесем глиняные. Вот тараном вот эту часть снесем, вот сюда воткнем. Вот сюда, вот где это? А ты где ездишь? Я сейчас снаружи вышел. Вот я где дырка, которую мы проковыряли. Вайнда, вижу. Они что, застраиваются что ли опять? Пускай застрает. I need that fucking ice container, bro. Джокер. А дверь ломается? Питает кто-нибудь. Дверь-то не ломается или ломается? Поднимитесь наверх. Залутайте. Кого? Да как тут? Ну я тут ломаю потихоньку станки. Угу. Ребят, дверь ломается? Да, дверь, дверь ломается этих метеориткой. А, все понял. Сколько у них жизни еще? Пять шесть пять триста. Осталось? Да. Он убитый. Я говорю, вот эту вот часть снести, вот где у нас стоит, получается, катапульта. С этой стороны снести вот эти стенки, поставить вот тут клейм и все. Его сожрет. Все, их базу накроет. Направь куда стрелять, если снаряд хочешь. Сейчас, погоди, мы заходим. Хорошо. Салам алейкум. Салам алейкум. Блин, они что, спать легли? Это что, офлайн рейд? Он ушел коней приручить. Но они просто рассчитывают на то, что у них база под ноль упадет, поэтому. Она под ноль упадет? Да. Они как раз мешать не будут. Уедем. Yeah, they are tiger fragments on the shitboxy. Чё, кокос, сделаем?
сейчас уберем кровать, и, собственно, по ходу мы достаем тараны и сносим глиняную стенку, где она имеет больше радиус от базы. С той стороны будем как раз строить клейм. Там проще всего чистить эту глинку. Вафель, мы же по глиняной стенке пройдем, нормально? Да, сейчас посмотрим. Какой конкретно ты проход хочешь? Смотри, тот, который справа от тебя. Сейчас посмотрю. Как суслик, авторитетно заявляю, самое ценное здесь, вон там соя растет. Справа от меня? В смысле пройти, что ты хочешь? Ну, я хочу... Я вот хочу либо ближней тебе стороны, да? Ну смотри, вот я на самую ближнюю стреляю, вот у меня радиус, вот это ближе всего. Да, да, я вот говорю, вот дальше. Либо ее с той стороны, так, либо вот с этой стороны, где башня. Видел? Нет, я там проехал. Смотри, сейчас покажу, я выйду и покажу. Видишь, там конник выехал. Посмотри, нам надо либо вот эту стенку, да, разнести и здесь построить клейм, так? Смотри, только тараны и вали... Ой, это... Котопульта туда не достает. Ну, смотри, сколько таранов нам нужно, чтобы зачистить вот эти стенки. Ладно, по воротам мы пройдем, а по стенкам тоже нормально зайдем? Хз, сейчас посмотрю. Стенки ломаются мечами. Не, хорошо, что мечами тарана, это быстрее будет. 48, сколько? Мыслительный процесс. Насколько я помню, если будет пробиваться больше, чем по железному фундаменту, то есть там по 600 выходило, по 500, если здесь хотя бы по 1000 будет проходить по глине, то на полторы стенки должно хватить одного тарана. А может даже на двери. Вау! То есть я не знаю. И еще вопрос, кто будет бить. Там прочность какая у тарана будет. Ну, строить будет Джокер, бить будешь ты. Отлично. Потому что Димада нету, у тебя 750. Стройте один, там видно будет. По сути, у тебя уже скилл есть на это экономию прочности, не? Нет, я же говорю, 750 у тебя, у меня нет 750. Yes. У меня 747. Джокер. Да. Ты нужен как строитель. Я тут, а что? Ну, достать, построить. Ну, я стену с собой пускаю. Таран. Где? А, таран? Да. Ну, у меня здесь тоже с собой. Не, не хочу стены, и это вон даже не разворачивает. Где его ставить? Около вафеля. Около ворота? Около вафеля. Около вафеля. А что там, бункер добивать или уже забить? А бункер взломали. А, все. Да, бункер все. Где нужно, там прошли. Так, я снаряды обратно унесу, они тут уже не нужны. Ну, это спорный вопрос. Ну, вряд ли что-то. А, еще нет, 3600 прочности где-то на 18 выстрелов. Выживалка, фулл лут. Большие гильдии вырезают маленькие. Если ты хотел спросить, что это за херня. Хабик. Кажется, Мортон было бы побаше. Самоприятно-то их оружием ломать их ниже постройки. А вы заметили, что, короче, каждый бьет вот то, чем он занимается. Фермер лупасит по фермеру. Ага. Животновод бьет загоны, короче. Я вынес. Крэвин, поди небось, там эти все станки крушит. Я уже удобрение забираю. Я не знаю, я вообще все подряд херачу. 51 тысяча прочности. Серьезно? А че? Да не, дыхай, на, просто не ждал. Поворота. Сейчас я попробую сразу. Раз, два, три, четыре. Вот по вот этим бунтерам понимать не было. Так полагаю, тут надо полностью вот эту стоимость. Ох, по тысяче. Все понеслось. Чё.
Так, где-то... Стоп, 600. Да, 600. 600 с лишним мы размениваем на 1000, да? Вафель. Да. Я не вижу прочности. Я вижу совсем мало вот полоску. Ты урон, а сколько видишь? Я 1000 вижу. 1004. По два раза? Да, два раза. То есть по 300 за удар? То есть по одной стенке? Но мы задеваем сейчас две стенки по 1000 одной. Все, я понял. Говорю, значит, 1000 на 300. Соотношение. То есть Тарану-то все равно он засчитывает два удара. Получается так. Товарищи фермеры, тут можно собрать урожай. Я знаю, я его уже забил. Рядом телега стоит. Там стоя созревает. А интересно, при увеличении количества человек за Тараном что-нибудь меняется, нет? Урон должен увеличиться. Нет. Я знаю, что скорость растет, и она зависит от всех членов осад. Да, смотри, Вафель, я сейчас выхожу со своей осадкой. Урона не меньше не стало, ой, больше не стало. Так, почему она сломалась чуть позже? А возможно, скорость реально изменится. Ну, не факт, что-то. Так, ладно, у него еще половина. То есть, ну, не половина, чуть меньше половины, а одна треть примерно хп. Это хватит еще на несколько стен, на несколько прочности стенки. Опа, блин. Так, за один таран ты забираешь почти, то есть, 4 стенки. Но 3 стенки ты забираешь точно. Если бы я докачал еще и осадку, было... это да. Ладно, буду этим заниматься, как только будет возможность. Надо немного денег собрать и даже на выходных, короче, буду долбить ему лоб. Если нам не помешают пришельцы на сервер. Их же будет много, полагаю. Я же увижу хоть одного человека на этом PvP-сервере. Меня будет хотеть убить, потому что... В смысле? Тебя же убили. Кто? Сейчас? Да, сегодня, мы сейчас. Сюда, вот. Сюда мы сейчас пришли, здесь обитают потенциально опасные хомяки. Я по нашей части, полностью по другой части, вне джунглей бегал, меня ни разу никто даже не атаковал. Плюс, буду я здесь в броне, меня бы здесь никто бы и не убил. Так, еще один таран нужен. Джокер. Guys, why you don't destroy the... Что? Таран нужен, ставь. Джентльмены, которые ломают шкаф, мы можем сломать два фундамента каменных, и это будет быстрее. Навались! 23. What are you doing? Джокер? Foundation, boys. Да. Иду, иду. Блин, а у тебя тележка есть с собой? Блин, я поставил, откуда мы входили. Иду. Еще один таран, да? Да. Yes. Сколько у нас таранов? Сколько нам стенок надо сломать? У меня было 3. Я еще 3 взял. Но я взял тараны без этого, без ремкомплекта. У нас есть. Так, вот эти вот... А, вот эту байду надо будет сносить, смотри. Вот тут. А, если пройдем достаточно далеко влево, тогда эту байду не надо будет сносить. Ага, то есть... Да, не заморочить. Допустим, вот эти фундаменты добьем. Вот, будет отсюда. И я могу вот эту конюшню, вот эту постройку на баллисте, на катапульте. Да, да. Тогда все будет хорошо. А ты где, Крейвен? Народ, без этой... Как там? Вырезание. Ты с внешней стены поставил? Урезание прочности. Вот где таран, катапульт на нашей. Там катаешь. Она ломается, Сережка. Выглядись оттуда, теневой. Да, кстати, я постреляю. Надо, ребят, надо осадку им сломать, потому что там, скорее всего, что-то не у нас только одна вот эта хрень вроде как. Если прочности не хватит,
Не туда стреляй, хотя бы стреляй, вон, видишь, там постройка на передней стене. Видишь? Вот там. Слева, вот на внешней стене, за прочной стенкой. Вот за глиняной. Слева, слева ты видишь, там небольшая постройка, короче. О, блядь. Болты. 22 штуки. Вот гигант. Просто домик маленький. Вот прям за стенкой, на которую я сейчас ползу. Нашел. Так, это стрим семена. Тут куча семян. О, ну видишь, небольшой домик за стеной. Секунду, стрим открою. Ага. А, вот это же ферма? Да, вот эту фермочку надо снести, ломая ее через... Хорошая блестящая штука. Чего интересного? А здесь... там совсем немного надо на тяге. Прям нажимай и отпускай сразу. Должно хватить. Ну или 5%. Че ты, блин? Ну че там? Можете посмотреть. Фигово таранит, да? Тряпочки, хрень вся. Ну, один таран... Не, нормально фигачит, нормально. Один таран на три стенки. О, бронька чёртова железа. Это не ворота, поэтому приходится ухищряться так. Все, ничего не дам. Сбросил. Ещё, гасту у вас гефарм, Тайна? А? Гасту у вас гефарм? Не гефармт. Гефармт? Hast du irgendwas geschnappt? Ja. Hast du die Löwenteile? Ja, hab ich. Richtig gut, Alter. Die hab ich mir genascht, Alter. Guter Junge, guter Junge. Und ein fertig gecrafteten Boundary Marker lag da noch unten. Was lag da noch? Boundary Marker, ein fertiger. Was ist denn das? Das Monument. Ach so, echt? Ja. У нас Monument. Monument у хомяков, ребят, взяли, если что. Готовы. А, ну, норм. Они нам приготовили. Не, его надо оставить. Прямо, also eins für uns vorbereitet, sehr gut. Ja, easy. Und wer will das haben? Ja, gib mir. Wo bist du? Vor dem Rambock. Wo ist der Rambock? Ja, habt ihr gar keine gecraftet, oder? Ich muss mal was Neues anpacken. А посмотрите прочность фермочки, там достаточно. И чем вообще эту фермочку можно доломать? Да руками можно, можно руками. Это хамашу. Ich bin bei der Außenwand. Ja, ich komme schon. Was macht ihr denn? Da wo unsere Pferde versteckt sind. Da. Wir machen die Wände kaputt. Крейвен, в перекрестье хотя бы. А, bisschen Siege фарма на вас? Он все равно будет в одно попадать. Ну так... Да какая разница? Мы махнем венты капут. И вон я насладился. Чё ты на вейты насадился? Ну все, худа, пострелял маленько. Вот душу вот надо было отвезти, он уже на неделю третью сидит и говорит, хочу пострелять. Да. А где этот, телега, куда уехала капут? Внутри. Видно? Нем где, auf dem Boden. Ach so. Ja, danke schön. Kein Problem, immer wieder gerne, Baby. Ja, halt die Klappe. Так, это второй таран, да, сейчас идет? А, Викюн не сбился, я напал. Второй таран, он сломался, кстати. Еще когда не сбился? Так, второй таран, три. Так, что, еще один? Три, да, заряжаем еще заряжаем. Заряжаем. Прикиньте, я не могу использовать этот. Кого? Их не гильдейских. Говорит, принадлежит не вашей гильдии. Неудивительно. Дай мне наш. Капрал, тут нет телеги внутри, где куда ты стоял. Ты просто где? Чего? Где я? Дай мне наш гильдейский. Он в моей лошади, Джокер, не надо пока. Давай зачистим вот этот вот. Не занимайся ерундой, ставь таран. Иду, я ничего не таран, делаю. Таран, Джокер, да Джокер, иду. Джокер, таран. Да, блядь, ты на мэй! Ну, what the fuck, ты дико мол, блядь. Was sagst du? Der dicke Mogli war hier am Stadion. Место. Слушай, а это ты ставил Манганель, Джокер? Я ставил Манганель. Он по жопе тогда вафелю. Дуах.
Что, сейчас сломается? Да, он поставил 12 тысяч, блин. Вот так вот. Салют! Че тут поблизости больше нету домов никаких, может, еще молчим бахнуть? Я не знаю, каких еще домов. Имеешь в виду соседи? Где есть какие-то, да? Виталиерсы, это типа в альянсе у хомяков. Так пойдем их бахнуть. На озере. Так, я не знаю, сходите, посмотрите. Я занят исключительно в одном направлении сейчас. Я понял. Кос, тебе нужно какие-то ресурсы приносить, помогать собирать что-то? Нет, мне нужно просто, чтобы Вафель продолжал долбить стенку. Долблюсь в стенку. У нас есть ресурсы, мы можем еще пару таранов поставить на крафт с ботом. Минут 15 будут тараны крафтит каждый. У нас еще дома в осадке есть тараны. Я с собой 3 тарана взял. Да, я видел. Я их уже учел. Что там бьет деревяшка? Деревяшку. Железная бьет? Отлично. Да. Ну сломайся уже. Сейчас сломайся, подожди. Бау. 6000. Бей, я смотрю, 4. Бау. А что ты отъезжаешь все время? По привычке. Не отъезжай. А еще давай, вот все. Наконец-то. А что, уже ничего нельзя поставить? Кого? Еще нельзя поставить? Не, надо полностью вот эту стену сломать, чтобы побольше захватить, типа. Да, как можно глубже, чтобы она зашла. Че, блин, что-нибудь интересненькое осталось? Только гнилое мясо, ясно. Суслик, что ли, все, Эрк забрал? Да, все, я забрал. Лучше я тебя трюфелями угощу. Сразу видно, настоящий хохол. Хомячки не такие. Да? Ну, как скажешь. Суслик! Здесь. Какие у тебя родственные связи с хомяками? Глубокие и подпольные. Вот, НВ поехал к Виталерсам. Давай тогда включай хотя бы этот стримак, мы хоть посмотрим, что там, я ни разу там не был. Ну там у них тоже баллисты стоят. Там это, кокос. Я. Между Виталисом и ими же их охатка там, по-моему, с хроном, надо посмотреть. Смотри. Короче, у них баллисты стоят. Может, тоже их бабахнуть заодно. Ну да, тоже их не этот. Да там они ресурсы прячут, скорее всего. Потому что давайте раз бабах. Им Виталий свозил, это точно знаю. Информацию стопроцентную. Тараны, ребят, надо будет с дома еще таранов привезти. Кто может организовать? Кокос, эти три тарана, которые я сюда привез, мы их будем использовать? Конечно. Нет, они здесь нужны. Это сейчас пойдут по стенке. Говорю, как можно больше, чтобы зашло. Чтобы мы сюда не возвращались, черт побери. Угу. Пусть они ищут себе другое место. Надоели. Кумыс, по-моему, мы уже здесь были. Да? Давай наверх. Народ. А там чего? Фундамент, вот самая ближайшая к воротам вышка, вот там торчит. Фундамент. Деревянный? Не-не-не, фундамент он рядом с деревянными. То, на чем эта вся конструкция держится. Он тоже каменный. Деревянный, почему четверной? Глина. Четверная глина. High Clay Foundation. Huge Clay Foundation. И что там по прочности? 32900. Угу. Ты только свистни, тут орда ребят горячих, они сломают все, что захочешь. Глину умеете ломать?
Если да. Они сломают глину, ну будет вот хорошо, типа. Фундамент сносите под башней, которой. Чтобы она упала. И да, будет полностью огонь. Все рухнет, и будет хорошо. Ой, ой. Все, ой. Сломались осадки. Эх, все, нету больше. В смысле, еще три. Внутри стоит это, тележка. Две внутри. Внутри тележка. Ни хрена себе. Я ее отвез, сейчас я. Ты научился увеличивать урон. Да ты крутой. Что-то я не понял. Ты не помнишь, как мы с тобой вместе пещеру чистили, а? Вот, ребята не умеют. Давай, научи их, научи. Ребят, сначала назад, потом вперед. Назад, вперед. Давайте, ножками рабочие. Хоба. Забирайте эти катапульты. Момент атаки вперед ходить, чтобы увеличивать урон. Так. Так, где мой таран? Возле кокоса, таран. Тележка, Джокер, ставь. Иду. Под башней там. Я же жду до Джокера. Вот сейчас поставлю сам, я опять буду. Ой, да вон, фонарь, беги за фонарем, да. Я очень занят. Тварика. Лезет. Не пущу. Я знаю, что ты туда пошел. Ну, хулиган. Ну ладно, я уже опоздал. А кто туда побежал? Да там на коне чел, явно меня превосходит в скорости. Близ, тебе дать копье? Да нет. Дай мне копье пока там. Это их оружие. Где-то есть. Где есть еще дальше? Вот прям передо мной. Прям перед. А, вижу. Хорошо. Ваши тип брони дать? Нафиг на. Я похож на человека, которому нужна броня. Вафель, ты всех напрягаешь своих голову. Я у них стырил, да возьми одень. Вафель, бери. Этот. Таран. Броня желтых повязок, да. На вафеле она будет хорошо смотреться, вот эти вот. Я даже не знаю, как это сказать. Белье. У меня естественный это защитный слой. Прошу. Так, я чью-то лошадку сейчас добавлю. Огонь, молодцы. Хорош. Так. Получается мне... А, давайте я сразу снесу, типа... Теневой голодный, просто всосал мясо, даже не дал посмотреть на него. Не уехал. Я все в телегу складываю, бери. Ты хочешь еще вот эти... Тут тогда и вот эту, как его, Advanced Guild Workshop надо, у нее 95 тысяч, не надо, давай в тот край лучше упереться. Ну ладно, А дамажится по 300 с метеоритки Advanced Guild Workshop. Ну, зачем, не надо, так, не надо. Ребят, не раздавлю сейчас, я просто сейчас подъехал к дереву, оно опрокинулось, я думаю, если к повозке подъехать, оно тоже может треснуть. А если я буду в стороне, у меня будет качаться осадка? У кого факел был? Да, посмотри. Есть факел. Офигенно, теперь видно. Правда, у меня контраст, это немного неприятно, по глазам бьют. Ребят, я, наверное, спать поеду. По две нормально. Давай. Давай. Вань, тут у тебя есть факел? Нет. Ребят! Накиньте все на стену, замучилась эта херня. Все сломаем сейчас быстро. Ко мне. Вас вата. Шпинграт век. Асо. Набежали. Джет, тебя там что-то зовут. Как раз. Чего? У тебя зовет. Асо, Джет, кокос гируху надо вас? Асо, не. Он думал, что ты факел хочешь. Хотел тебе дать. Ну. Да, вон рядом с флага Фоксом можно поджигать. А, у сваги есть. Свага, жги! А, так тут бабахи, чё ж вы сразу списали? А еще можно музычку включить. Вагель, слушай, а не проще большинству встать за это? За таран? Он же больше дамаг. Нет, дамаг не увеличивается. Ну, типа, мы вдвоем с кокосом дамажили, у него прокачан. Кокос! Я! А отъедь, я по тебе попадаю за место стен. Это шустрик. А, это шустрик. Я вообще с другой стороны стою. А, да? А, я просто за корючки похожий, пардон. А, он. О, нет, слушай, попадает. У меня, кстати,
периодически два удара, ну то есть два удара регает по стенке, когда встык бьет. Слушайте, по-моему, в прошлый раз у Маратака было больше башен, не? Ну да. Что-то... Не знаю. Его же тоже тут недавно это бананы падали, где родили. А какой глубокий смысл сброса стен? Ты хочешь об этом поговорить? Ты хочешь оспорить? На тюрлях. На полах. Я немец сразу выпадал. Ищи шпехен. Дойч? Зи дойч. Ищи. Дойч, просто надо сказать. Дойч. И шпехен ауф лусиш. Водка. Ооо. Тас закиши. Die Deutschen saufen für mehr. Also Party in Kamsa, aber das Klischee, sagst du? Die Deutschen saufen für mehr. Разворачивайся, пошел говна. Пока Вафеля дождешься с его разворотами. Я могу либо... Я могу либо подъезжать, либо отъезжать. Понимаешь? Я сейчас наперед просто две упусть сразу, чтобы вы там не это... Не успели до них дойти. Вот с этой вы долбитесь, а я на ней следующий пошел. Хоба. 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 Камеры посмотрю волшебные. Кумыс, ты у итальянцев? Нет, я... Здесь мы ломаем стенку, Брокер строй, следующий. Ищем бушку. Еду. Нам еще таран нужен, народ? Ща, подожди, прикину. Но этих ломать по... Так, сейчас, подожди. Ломать, всех ломать! На завтра ведь никого не оставите. А завтра нас пойдем на другой сервер ломать. Завтра мы будем восполнять ресурсы, чтобы выйти в ноль за эту осаду. Ебал, вы сейчас что, не нашли ресурсы? Не было, да? Не, ну, по сути, хороший подход у хомяков. Перерабатывать все ресурсы, чтобы врагу ничего не досталось. Так, это, конечно, здорово. Это нечестно, как без чести. Чё? Крейвен, что ты за мной катаешься? Так, мне главное, чтобы теперь начала регать уже вот это... этот заборчик, а не то, что мешает. Народ, дайте копью, пожалуйста. Ух ты. Ты что, ставим или нет еще? Подожди. Вафель, сейчас подбегу, дам. Ага. А вот это что за фигня? Это просто дерево? Справа регает. А, я вижу там какой-то мешочек, наверное, кто-то уже кому-то дал. Так, Вафель. Смотри. Смотрю. У нас головосообразитель. Да ну, да. Помоги, помоги кокосу тупому стримеру. Когда я такое говорил. Смотри, у нас вот сейчас маркер, да? Гильдейский. Вот, как раз я его сейчас держу в руках. А сейчас нам, походу, левая сторона не мешает. Так? Отворот. 15 метров. Правая сторона тоже вроде не мешает. Я подхожу. Это что, это уже бастион ко мне начинает регать? Мне нужно, то есть, как можно глубже, да, то есть, запихнуться. Что происходит, Крейвен?
А возьми в руки фундамент. Эти коняга быстрые, блин. Джокер, просто, Джокер, это есть фундамент? Фундамент? Да, в это, в коне. Стоп, в коне. Да, есть. Железо, просто, правда. Есть вариант. Есть глина. Есть просто неровная, неровная площадка, и фундаментом ты лучше посмотришь. Бросил. Нет, там сказала бы. Какой сбросил? Вижу. Нет, его темнее, там сверху надпись по-моему появляется. О, так, в общем, теперь нужно зачекать, да? Оп, то есть, начиная отсюда. Ну, блин, вот что регает? Наверное, все-таки бастионка уже регает. Ну, только и все. Так, ладно, тогда вот такой вопрос. Там кто-то пришел, ворота открыл. Оп, и умирает. Живой. Штык. Огромный силу. Любите? Марти нет? Я давай на с гратрангиком. Да, блин, здесь этот забор. Вот отсюда начинает регать. Да, это там бастионка уже регает. Так, ладно, смотрите, тогда какой вариант? Мы сейчас ставим маркер вот передо мной, где я стою. Вот, вот здесь. Так, мы его закрываем. То есть сейчас немного я отступ делаю, чтобы защита была стенки. Вот, мы его закрываем. Я вот не знаю, расширять его, не расширять. У нас ворот-то больше нету, да? То есть постройка одна. Почему там... Блин, а ну да, нет там. Джокер. А. Но я могу его закрыть четырьмя стенками, да? Да. И одну, когда если расширить, сломать. Опять застроить, а потом застроить. У можно. Меня 8 стен еще. Можно, иди сюда, исполнять. Я тут-то? Я не вижу тебя, я вижу Нукима рядом. Я рядом с тобой стою. С другой стороны. Алло, блядь. Так, смотри, сначала... Давай, знаешь как? Джокер, видишь, да? Видишь стримак? Подожди. Черт, вижу, да. Смотри. Попробуй. Подождите, подождите, подождите сейчас, подождите. Смотри, видишь, он регает, вот здесь начинает стройку, да? Да. Вот, нужно сделать такой отступ, чтобы там вместилась с той стороны стена. Понял? Чтобы не было такой ошибки, чтобы типа потом стена не влезла. Сначала идет стена, ты даже можешь поставить сначала стену, потом фундамент, потом уже... Топ, а я без фундамента. Ну, я... имею в виду маркер. Че ты придираешься? Я же не придираюсь к твоим словам. Я просто говорю, что я не буду фундамент вообще ставить. Я поставлю. Я говорю, не надо ставить фундамент. Я говорю, надо поставить сначала стенку. Ну. Как можно ближе к той. Потом за ним поставить маркер и огородить его. То есть сначала стенку надо поставить? Да. Потому что если ты сначала поставишь как можно ближе стой, маркер, ты потом не поставишь стенку. Подожди. Стой. Бла-бла-бла-бла-бла. Не двигайся, стой. Крылым. И пока оно будет разлагаться, мы пойдем к другим ремням. Жаровню или да? Что-нибудь есть? А там? Стенка-то не ставится, да, понимаешь? Да, я почему? Ну, потому что не могу. Тут а что только... тебе надо, костер? Вот здесь могу стенку только ставить. Нет, место. Потому что там он говорит, что слишком близко. Нет. Постройки. Дай стенку. На, эту стенку одну можешь сам поставить. Окей. Ломаем. А в баллисте же есть место, да? Джокер. Да что-то надо. Давай сбросить. Чуть-чуть подальше отъедем. Вот сюда. К базе. Но не надо, он же. Да, написан. Да. Блин, так нечестно. Ну да, видишь, прикол в чем. Может маркер, слышишь, кокос? Ау. Может маркер пока просто воткнем, да и все. Не, сломают. И что, сейчас будем стоять защищать его? Чё? 6 часов? Да, он типа, они он, типа хрена прочный, сюда нескольких охранников, да и все. Да нет, так. Ты чё, 6 часов он не сломает его. По-любому. Давай расширим тогда. Так, ребят, кто из нас жить отказывается? Давайте 6 часов, чтобы у маркера. Ну да, чутка есть. Поставь стенку. И шо я?
У нас сколько там? Еще 3 тарана. Мы по бастионкам копнуть можем? У них сопротивление выше будет. А на базе сколько таранов? Долбить будет счастье. Ну, на крайняк, знаете, как мы можем? Мы сейчас схаваем пол базы, да? Потом придем ее и еще раз маркер впихнем. У нас есть третий маркер? Есть. Они отстроиться не успеют? Не успеет. Он будет им мешать? Будет мешать. Все. Иди. Найдите у них осадку, пожалуйста. Или уже снесли? Джокер, давай, короче, впритык. Сначала стенка, потом маркер. Ну, ставь стенку. Ты нет, ставь, ты ставь. На, давай. Работай, строитель. Не бурчи только. И маркер дал мне сразу. Да. А расширять не будем? Там на расширку же ерунда, рисов надо. Стоп, что? Я тоже думаю, что можно. Можно расширить. Можно расширить, закидать его так, что здесь все сгнется одному этого. Мы тогда расширяли. Мы тогда расширяли специально для... Кто-то что-то построил, что ли? Нет. Too close to Emily building. Не ставится. О, вот здесь сейчас, где дерево упало. Ну так. Это вообще что-то. Стоп. Стоп, 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 стоп. Что это за дерево, блин, появилось? До этого же ближе ставилось. Сломай его, кокос. Чем? Джокер. Серьезно, да. Ладно. Больше никак. Там забито. Один вафель стоит, бастион купили. По два удара, изи. Развернуть? Снарядов. А это какого уровня? По-моему, 20-го, да. А у них там было, по-моему. Короче, тема какая. Если по глине у нас проходило где-то 1000, то по бастионке где-то 700. Угу. И хпшек больше? Гораздо. У глины сейчас 36 тысяч, сколько? 48 было. А у бастионки, ну, в 4 раза больше. Сам считай. О, брода, flying horse incoming. Чего? Шава? Летающий конь? Шава? Булыжниками, давайте отстраивайте. Russian party in Камаз? А он, согласитесь, он смешнее, чем Джокер. Конечно. Да. Да. Мне кажется, он компенсирует. Как вас удивить? Не смешнявость Джокера даже. Так, Джокер, давай, вот сейчас половина базы у него съедается. Отлично. Теперь, Джокер, скажи мне, сколько нужно для улучшения? А что, ты не видишь, что ли? Нужно 200 травы, 100 песка, 50 шкур и 200 меди. Давайте руды. Сразу распределимся. Именно руды. По-моему, все есть. Песок есть, медь должна была быть у кого-то. Да, да, я брал 300. У меня трава есть. Там были? Стоп, подождите, 300... А, у него не включился режим ДК. Траву закинул. Отлично, все, закидывайте, закидывайте. Нам тогда не нужен этот, как его, защита от гниения, которую я вкидывал. У нас там 300 меди. Кумыс, ты че, блин, побежал? Кумыс, застрял голову, теперь? Да, ему голову защемило. Зашибись. На, кумыс. Все. Опустил его. Сейчас еще медь надо будет, там и железо. Есть, давайте есть, есть. Есть 300 меди. Есть, где-то в телеге она лежит. Кто-то здесь еще стоит. Crazy Fox, выйди, пожалуйста. Блин, куст гребаный. 50 шкуры надо. Какой, хороший или редкий? Обычный, самый первый. Окей. Вот тут кабанчик как раз. Кумыс, ты там любишь резать? Порежь шкуру. Да-да-да, я охотник, 450. Я пошел за медью еще. Кожа сейчас была у них там, стаков 5. Крэйвен, дай с охотой разрежу. Давай. Так, Crazy Fox, ты опять есть встал. Есть 300 кожи сейчас. Кому кожу? В стелу, в стелу. А, все, кумыс, есть, есть, есть уже. Услышал. Что за тупость, на? Бревно тут лежит.
ресурсы подносите к стеди, которые говорят, быстренько сделаем и все. Нужно походу железную стенку сломать. Вот где железные стены стоят. Слышите, говоря? Ставь таран, ставь... А, или подожди, что, ручками? А ну, доделаем. Ребят, давайте вот эту стенку доделаем. 17 тысяч осталось. Ты про нее же говоришь, Джокер? Повозки. Да, да, да. Не ставится стенка, говорит, типа, близко сильно. Забираем. Просто медленно, вот, повозки. Джокер, кума на ум. Я и здесь, он. Идите, вафель там летает, господи. Я проверял радиус избиения этой. 300 в стеле. Расширение какое будем делать? По максималке. Сейчас посмотрим. Да не, зачем по максималке? Сейчас он уже половину базы закрывает. Альтен, нажимайте, смотрите, посидим. Чего? Разрушение 6% появилось? На территории другой гильдии скорость... Не стоит, не сколько. 16! На английском языке. А, все, правильно. Окей, окей. Не ори на меня, блин. О, Джокер. Хе-хе-хе, блин. Russian Pink Mass. Ман, данк, где это? Ну, пробуй. Все ставится, все ставится. Все шикарно. Оп, не выпущу. Оп, все. Оп. Эх. Все, загрузили. Там что, сало кого-то опять зажал? Так, еще песок. Песок, сотка, народ. На полу валяет, где башня была. 40 штук сейчас закину. Зант, вибрахнул этот зант. Я аж майсрайн. Индентум. Я... Все, песок есть. У Алины есть. Ну, жми это апгрейд. А, что, рейн геворфен от вас? Не, это от офисом, главы. Ву рейн геворфен. Ножа? Не, еще песок закинуть надо, сейчас принесет. О, пятихатка с песка у меня, сейчас я скинул. Цум цум динг, цум торм. Я до хэта раз скинул. А со, окей. Вафель. Толстый говорит, взял. Я в подрючку кто-то скинул. Че? Джик обновил. Теперь надо 400 травы и 400 руды. Остальное все есть. То есть 300 руды. Руды какой руды? Медные, медные до сих пор же. Сейчас я принесу. Траву закинул. Все, осталось 300 руды медные. Теневая сейчас принесет. Спот дофармлю быстро. Там потом 800 надо будет меди. И травы, да? Да. Так, охренеть. Трава. Так, а коса. Нет, ну, потому что я у них забрал. А, ясно. Мы ее вообще для места поставили. Да, дебать. Не, ну у меня снаряды вроде были. Пока они не Ну, Ким, можно попросить в сторонку чуток? Че там? Я медь копаю. Я везу медь. Окей. А сколько травы? Да трава уже все есть, осталось медь. Подожди, ты сразу прикинь, там еще следующий сейчас грейд, сейчас посмотрим. А потом уже поменяется полностью, по-моему, или? Или еще останется этот же? По-моему, до 800 было. А, да, до 800. Слушай, а все покрывает же полоска. Все покрывает? Сейчас посмотрю, ну... А, не-не-не, чутка не хватает. Подожди. Ну... Остается только стена. Право, если на вход смотреть, дом-то их полностью закрывает. Или вы хотите стены. Прям полностью стену? Полностью нафиг стереть. Чтоб полностью. Не... Чтоб осталась одна башня, на. Злой такой. Да заколебали, ну сколько можно болтать так? Я раньше был сначала против. Полностью снос. Надо. Воу, кто шипит?
Так, ладно, поехал, тоже замедлил. Там кто-то сверху на бастион лазит, вон он, да. Игрок. И один из них. Уважаемый. Штык. А? Что? Хорошо. Что ты тут подкрался сзади? Не заметно, да. Проверяю. Местность на. 800 меди надо, ребят. Сырой? 220 несу. Плавленный. Сырой, сырой. Сырой, сырой. 50 с хорошей шкуры надо, 200 глины и коры 200. Уже улучшили, да, опять? Да. Глина была у них, меди только не хватает, по идее. А все, теперь, наверное, все входит, нет? Я вижу, круг прям здоровый стал. Подожди, нет, по-моему, еще не все. Нет, еще не все. Только единственный момент, что они могут через верх ее сломать. Да, да, я уже вот это и вижу. Она становится все выше и выше. Если они катапульту правильно настроят, она будет по макушке ей бить. Они постоянно могут эту поставить, прыгнуть туда и сломать рука. Кого поставить? Башню? Глина, камень, твердая древесина. Смотри, глина, знаешь, камень, что можно сделать? Стойте, подождите, ребята, глина и камень есть? Я сремонтирую сразу стелу. Посмотрим, баг же будет такой опять? Там глина и камень. Мешки не исчезли, может. Что еще раз? Или может, мешки не исчезли, там было где-то. Что нужно? Мне в руки надо глину и камень. Нету таких. Так, Джокер. Раз, два, три, четыре, пять. А, камень внутри. 500. Джокер. Я. Yeah. Смотри, можно вот сюда поддон деревянный воткнуть. Поставить из дерева до конца и сверху поставить железный лист. И они не смогут ничего сделать. А ты не поставишь туда лист. Он не поставится. Почему? Потому что эта стенка не такая. Это же... Я говорю, поддон воткнуть и стенку сделать простую, деревянную, а наверх железный лист. И закрыть бастионкой стены. Как, ну, ты вот около стен делал эти подъемы на первом серве, помнишь? Ну, я то понял. То есть еще одну дополнительную... Ну, я понял. Что, метеоритка у них будет? Или у тебя нет железных потолков? Есть, есть, да, я давал. Были, были. Но ты фундамент забрал у меня железный, не вернул. Я могу отдать, да, без проблем. Давай. Все, из дерева сделаем, железный потолок, а это и закроем стену. Мы еще раз грейдим? Давай, да. А, подождите, вы посмотрели, как там, достаточно далеко, нет? Сейчас пробегу. Чего, на битву молотки не берем? Так здесь же куча. Я раскидал деревянные молотки, блин, мешает лутать. Кокос, тут одна стенка останется, наверное. Бастионка вижу, да. А камень нужен камень? Па-па-па-па. Так, где этот Джокер? Да вот стой, блин, башня. Так, на фундамент. Только наверх. Глина и кора осталось. Нужен камень или мелкий вот этот? Камень не нужен. Кора нужна, глина, да, и файнхайт. Камень я хочу сремонтировать, но уже камень есть. Осталось глина, мне только 3 штуки надо. Глина я хочу сремонтировать, чтобы была стелла полностью отремонтирована. Побежал за глиной. Глину надо фармить, нет. На речке должна быть. Речка, да, он тут. Побежал, сейчас привезу. Че, самый быстрый, да, блиц? Ну, ник такой, что поделать. Приходится. Веток, камня, веревки я тебе закинул, чтобы ты мог уже крафтить этот стенки. Глину мне надо. Так а зачем деревянные стенки, я не пойму. Я железный сделаю. У тебя есть железных? Хватит наверх поднять? Да должно бы, ты же там дал. Конечно, хватит. Ну все, смотри сам. Где конь? А, вот он. Так, да, тут 19 стен хватит, конечно. Но сначала надо улучшить, потом это под конец сделать. Я.
Если ты улучшишь, она сейчас не вырастет еще больше. Вырастет. Поэтому игру под конец надо сделать. А она с другой стороны торчать будет. Заделаем. Давай, может, не будем улучшать, хватит. Нет, закрытие. Это план, нет? 250 глины хватит. Лифабесан дигильден дингсмумс. Там это... Наверное, я тащу 284. Флеши унта один айтвис штейт, вайс, да? Он твидан алис таштёрт. Ты видим? Грэйн дилен ап, ора ват? Я вен де тум штейт, он дэрен баутен ин он за... Зацудан грэнцей с дрэнэ зинт, не? Я. Дан гейн ди 16% капут за бедгешвенечке. Во штунду? Я. Во вас? Innerhalb von 6 Stunden ist hier nichts mehr, alles leer. Feierabend. А он что, не знал эту фишку? Ну. А ты что, уже по-немецки понимаешь, блядь? Да общался с тобой. Джокер, иди, бери. Мне кажется... Знаете, мы хотели весь мир научить говорить по-русски, мне кажется, этот парень скоро со своими шутками научит нас понимать немецкий. Я не знаю, я уже походу понимаю немецкий. Я не знаю слов по-немецки, а понимаю. Карай кожа 20 уровня. Ну ты понимаешь, когда смеяться, это ключевое. Да в принципе не, можно и не улучшать. Кокос. Она как раз всю базу съедает, смысл нам улучшать ее. Ну тут парочка мастеринок останется, ну что они с ними сделают. Да, просто если мы сейчас улучшим, она торчать будет, ее сломают. А если мы крышкой закроем сейчас, они ничего не сделают вообще. Шлонг-шлонг. Лучи-лучи, айда. Лучи-лучи. Лонг-шлонг in Hong Kong. А Вафель продолжал долбить базу. Little Flulings, лоли. А что делать? Если, да, бы за это, если бы за это еще и осадка качалась, мне кажется, он бы тут молотками все разобрал. Ну что, народ, решаем, улучшаем? Не-не-не. Давайте сейчас вот прям, не знаю, голосование надо. В чат скинь какой-нибудь вопрос и две эмоции, чтобы люди, которые остаются, чтобы понимать, сколько людей точно будет сидеть. Да что, замуровываю или что? Ну, я думаю, надо замуровывать. Так у вас... Охота под ноль, бляха. Вот охота прям под ноль, вот чтоб ничего не осталось. Ладно, потом... Нет, смотрите, мы сейчас... Подожди, а ты... Подождите, смотрите, если мы сейчас не улучшаем ее, она... То есть сверху мы все равно ее замуроем, так ведь? Замуровывай. Да. Ну да, конечно. Все, ладно, тогда замуровывай. Ага. Боже ты мой, как ты сверху-то его замуруешь теперь? А я хотел ее обстроить еще вокруг стенками этими обычными сверху закрыть. Нет? Как ты сверху? Ну, сейчас подъезжает, а стенка не туда запрыгивает. Ну так вот именно ты должен был фундамент здесь поставить. Фундамент. Так стенку пока не поставлю. Ну вот. Смотри, если я сейчас фундамент сюда поставлю, я больше эту стену не поставлю. Подожди, ты должен был как-то сверху закрыть, я думал, ты решил. Я думал, я фундамент перед стенкой поставлю, и вдоль этой стенки стенку поставлю еще. Да телегу, подвезите телегу и запрыгните вот здесь, с ближней стороны. Да деревянный рядом поставьте, потом разрушим. Или да, или так. Как я изнутри это сделаю теперь? Я вот сюда поставить фундамент. Нельзя фундамент поставить? Не влезет? Куда? Сюда. Вот, вот сюда, сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот, нет. Вот сюда. Вовнутрь нет. Вовнутрь она не ставится. Ты чё? Слушай, ваша... подожди. А ты умеешь на фундамент ставить стенку? Ну, конечно. Так. Знаешь, какую? Смотри. Ставишь а вот вот такую стенку? Ставишь фундамент как можно ближе к стеле. Так? Да. Нет, стенка вот не поставится, скорее всего. Сфигали. Ну попробуй, впихни, черт побери, впихни, один короче, фундамент. Как можно, один... да, как можно больше к стенке, ближе к стенке. Подожди, к стенке или... Нет, к стеле. К стеле. ТНВ, ТНВ надо выйти. Давай, впихивай. Вот,
Теперь, с вот этой, с дальней стороны, ты сможешь... Сможешь? Я знаю. Ты можешь поднять здесь стенку и накрыть сверху? А они не знали, что через стенку можно пролезть. Кто не знал, по какой стенке? Да, вот сейчас я это... Поднимаешь, пролезу, потом с той стороны это закрываешь. Нет. Понял? Ну, который... Вот, еще. Ясно. Теперь, вот карету сейчас тебе подвезли. Да, лезу. Еще одну стенку надо вот. Или половинчатую хотя бы. Ты на это что, ты упал, да? Не вот отойди, пожалуйста. Так, надо еще половинчатую ставить. Как минимум. Ставь, ничего страшного. Черт. Чего? А потолки, походу, только четырехместные. Здоровые. Одноместный лежит у тебя в этом? В коне? Не в коне, а в башне. В какой башне? У меня? А дома, что ли? Да. А хер его знает. Возможно. Так, стоп, подожди, я в коне посмотрю себя. Где конь? Отвели уже. А где конь? Кокос, я тараны скину и отойду. У меня уже час ночи, я спать хочу, если честно. Давай. Четырехместный влево-вправо нельзя поставить? Попробуй влево-вправо поставить. Да можно вроде. Чтобы два квадратика здесь было и два квадратика здесь. Да. Ну. Потом поехал. Да я хотел посмотреть, думал, может, одноместный есть. Стой, тормозни. Где, дома? Нет, у меня, у коня. Так, ну дайте мне залезть, да господи, вафель. Залезай, я что, мешаешь, что ли? Ну конечно, ты же мешаешь своим толстым телом. Не понимаю. Четырехместный. Ну, бляха, сталкиваешь. Это слишком долго залезаешь, пардон. Я ну еще что, там Джокер? Да он не ставится четырехместный. А вот стоп, ставится. Вставляй, да и все. Вот так вот? Че? Да, пойдет. Ну нормально, все. Нормально. Все, наискосок ставь две стенки. Залезут, могут сюда залезть? Да не, они наискосок, они прям, оно впендюрит. А, подожди, или ты хочешь фундамент типа прикрыть? А, стоп. Нет, вот так, наискосок, две стенки ставь и все. Углом. Вон там, где ты сейчас стоишь, вот здесь вот, чтобы еще один был. Не пойдет. А еще одну одинарный поставился бы. А четвертый. Ну давай, давай, одинарный получится вот сюда. Так нету одинарных, нету с собой. Эй, ямал. Я скинул в тележку ТНВ. Ты, вафель, проваливаешься туда? Не, два тарана. А попробуйте толстый. Кто-нибудь другой. Вафель толстый, надо самого худого. Ну ты голый. Ты не залезешь туда в текстуру. Не, мне кажется, тут хитбокс у всех одинаковый. Я, конечно, нет. Я думаю, что нет. Джокер! А? Чего ты там решаешь? Чего? Ну ты ставить будешь, закрывать все. Будешь? Да, да. Да я вот пытаюсь здесь щель закрыть. Мне кажется, что худой сюда провалиться может. Или залезет и будут с арбалета настреливать. Нет, ну заколебется. Ну заколебется, но ты знаешь, это вот я тебе скажу, что этот баран будет всю ночь сидеть, две ночи, но будет сидеть и фигарить. А потом напишет в чате. Я этих ложков развел на. Да, 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 так и будет. Не, ну 6 часов ему вряд ли хватит. Он же настырный человек, он не. Ну так закрой еще плацдарм в эту сторону и все. Погнали. Так не могу. Мысли не могу. То, что он большой сильно. А что бы не поставить сверху арбалет? Ну, туда стенка тоже не ставится. Вовнутрь. Арбалет стреляет в узком радиусе. Да они не догадаются, что там стыло. Закройте и все. Действительно, я дебил. Подожди, а вот здесь стенку ты впендюрить можешь? Стенку. Где? Вот наверх? Здесь. Вот здесь. Так вот я и пытаюсь. Нет, сильно близко мы поставили фундамент.
и стенка теперь бьется в ту стенку и не ставится. А ты отклеивание, приклеивание включи? А что, в смысле, отключи? Так туда вообще не ставится никак. А если с первого этажа смотреть, вот именно боком пытаться подойти? Вот типа отсюда вот отклеивание отключить, вот сюда целиться. Отклеивание, стенка вообще не ставится никак. Ага, ясно. Только стыковаться должна с чем-то. Блин, вот это вот, конечно, жаль. Все, Джокер, ставь две стенки, да погнали, нам еще одну базу ломать. Флюсую. Еще одну базу ломать? Надо бы это... Питалерс. Ну все, короче, пофигу. Да, будем верить, что все в порядке. Ставь вот так две стенки углом. Вот, все, отлично. Зо. Ну, мы eins geschafft, jetzt kommt die zweite Basis. Ja, wir machen jetzt noch eine fertig. Joker. Die Freunde von denen. Ja. Die haben sie, genau. Kannst du mal dich koppeln mit dem Wagen hier? Schau, jedem Joker lamat. Wozu? Mach mal, guck mal, ob das Gewicht von mir da drauf zählt. Nein, zählt nicht. Nein? Okay, das ist krass. New Life Hack, Gewicht tragen. Nimm einfach 5 Pferde mit, Alter. Joker, сколько у железки жизни? Какой железки? Стенки. 133 тысячи. Че, едем? Кокос? Ну, я уже около Виталерсов. Все, погнали. Они сто пудов уже знают, что у нас здесь стоит база. Так как тут чувак бегал, и мы уже стела стояла, она уже на карте у них по-любому отмаркировалась. А он не знает, что это такое. Конечно. Ну, хомячок, ладно. Ну, ты думаешь, у них совсем мозга нет? Чего нет? Мозгов. А, в смысле мозгов? Они в чате писали, что типа кокос не такой уж умный. А. То есть они могут быть умнее, так что спокойнее, аккуратнее. Так, чё, вы поехали уже? Да, мы едем уже. Зо, лёс гейт, туда надо. Нам хватит таранов? Да. Казахстан? Комбьяч. А, здесь интересная система у ворот. Где? У Виталерсов. Что там? Я играю. Так, чё, метку снимают с хомяков? Так, ладно, пока оставлю. Тогда давайте, короче, делаю Виталерс метку. Витал маркер. Что, ты с метода вас? Ich bin jetzt auf dem Weg zur anderen Base, ja? Ach so, du bist okay. Ich bin hier, ja. Lass euch doch nicht alleine. А у них что, камень здесь? Да тут 57 тысяч изи. Раз, два. Ворота вот как сделали, ага, хитрый. Будка. Неплохо. А внутри все глина. Ой, стреляет Турм. Турм-турм. Турм-турм. А у нас есть еще этот? Что? Как я называю? Катапульта. Ты сколько брал? Одну? Я видел только одну. Мы тоже брали катапульт. Так подожди, вы это вашу поставили или как? Не знаю. Рибзи, 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 где стрелы для баллисты? И подгони эту телегу сюда, я там пошел ту этих мудаков. Думаешь, попадешь? Конечно, попаду, там прицел ядреный. Надо только найти болты. Болты там есть 100 штук. Нашел, 50 хватит. Так, аккуратно, чтоб телегу не сломать. Я пока, я ж ничего не у нее, ё-моё. Ребят, кто свободен, ломайте пока одну стену, чтоб таран подогнать. Они сейчас телегу начнут. Блиц, они сломают сейчас телегу. Кто они, что, убивают кто-то? Нет, мышки. Ай, же знаю, поломапили. Прикрытие, прикрытие поставишь, чтобы кто-нибудь мансил. А я на телеге. Ну давай, я помансю. Сейчас он. Хомяк написал, я его только сейчас заметил. Соси помидоры, вафля. А я-то тут при чем? Че я могу? Я не знаю. Sind das Clay Tower oder sind das Ballistas? Das ist Stein. Stein Tower? Nice, поехали.
Поехали, поехали. Стоунши. Подъезжай меня. Не, дождь, вот эту стенку хватит, мне кажется, одной. Вот это, которую мы давайте, одну стенку бить. Народ, а вы зачем бьете стенку? Так, спасибо. Что? Так, стенка, которая мешает пройти через ворота. Почему не бить сразу стенку? А ну да, тупо, ну вы бараны, ребята. Стреляешь? Ага. Пытаюсь сейчас прицелиться. Быстрее. Да, там это прочный этот хрень. Я не вижу их больше. У меня сейчас немного экран почернел. Почернел. Чуть выше. Ой. Отводи, отводи. Нет, тут кроватки нету. Ну ладно, сейчас еще раз подойду. Спрячьтесь, вафель немножко далеко. Да, я на 500 метров иду. Так, ну чё, одна вышка, да, осталась? Не уверен. Нет, стреляющая там одна вышка осталась. И больше она не стреляет. Ну все. Че, потом? Ну, походу, да. А, ребят, ребят. Да. Чекайте стрим, не обязательно ломать. Короче, можно сразу глину долбить, тут есть дырка. И доки. Ну а все равно, а внутрь ты как пойдешь? Все вот оружка так бить? Все оружка бить, башню, да? Что ли, опять? Я предлагаю просто вот эту стенку проломить. Ну и попадешь в буферку. А дальше потом еще раз стенку ломать. Ну, глиняную, не каменную. Суть можно, да. Если оружки хватит. Китаец, хватит ходить, выходить уже. А твой ник у меня на записи палится. На мега быстром коне возьмет кто-нибудь и притащит еще одну. Чего, утопили карету? А я достану. Ой, больно. Отойди. Помирает. Вы бьете больше камень, чем глину. Я кроватку поставил. А не, не убрать, потому что здесь конструкция чужая. А, ну все. Блин. Чё, залазишь, да? Лол. Он кан рыба клет, он лёйте. А выходить-то как будете? Блин. Так внутри погрызём, чё там. Надо просто, чтобы кто-нибудь рысы переправил. Черт! Ой, пардон, я тебя спихнул. Ты похуй сильно, блин. Да ё-моё. А хороший хитбокс одинаковый. Я не... Ой. Диор, аккуратно. Как бы сейчас мы все не оказались, где оказался я. Джокер тоже. Так, сейчас я там еще раз окажусь спокойно. Да кто оттянул-то? Тебе везет. Мне не везет. Джокер, доставай таран! Джокер, доставай таран! Доставай таран? Да. Что, долбить ворота или стену? Где я? Вот так вот. Там, где я стою. А где Таран? Где Диор? Под Диор. Под Диора. Дыбу не отвозите, дыбу не отвозите. Сейчас. А как ты упал туда? Сверху. Черт, логично. Где Таран, япона-мать? В тележке. Тележки-то новые. Тележка-то новые. Где тут тележка-то новые? А где тележка-то новые? Все да, ну... телеги в одном месте. Да хер-то там, тут вот раз, два телега. Вот эта тележка тоновая. Нет, от Скорпиона. Тут, тут три тележки, не, тоновые нету. Джокер! А да, здесь никого нету, да? Что еще раз, кокос? Высвободи меня.
Ой-ой-ой. Парень пошел в атаку. Ой-ой-ой. Стреляют, да ты шо, пробивает прям это. Все, да ты шо, сквозь стену пробивает. Короче, я не знаю, где эти. Это, ну, Армада, где таран? А, в тележке ТНВ. Где ТНВ, где тележка твоя? Вот же стоит. Тележка, это Блиц. Джокер, ты слышал? В луже стоит. В луже стоит. Все, с другой стороны. Да понял. Это вот тележка ТНВ едет. Да. Вафель! Оттолкнуть, что такое? Ух ты, Вафель, тяжело. Спасай! Ну так давай, поставьте мне эту тарани. Сейчас. 6000 хп у стенки, которую я ковырял. Сколько? 6000. Так, это самая первая? Ну, нет. Не та перед воротами, что? Нет, посмотри стрим, я бью сразу глиняную стену. Стоп, а ты внутри, что ли? Не совсем. Да. Джокер, у тебя есть задача поставить таран. Я понял, но с какой стороны ломать? Где Диор стоит? Где Диор стоит? Где Диор стоит? Вот, вот, я здесь стою, на стене. Вон там ты сверху стоишь, да? Слева, да, с левой стороны. Все, вижу. А что тут еще есть, интересно? О, комоды. Вай-вай-вай, тут что-то есть. Народ, тут что-то есть. Да тут ресурсы основные хомяков. Здесь, прямо вот здесь? Да. Все, минус фундамент, считаю. Это косяк. Да, блин. Вафель. Что такое? Чекни стрим. Только поставил. Ты внутри уже? Я, ну, я на... Выйди, за, выйди, за выйди. Стенкой Блиц. Сейчас вылезу. Блиц, уйди. О, тут целую вижу. Нифига, надо ровнее поверхность. Блин, там еще один трупак у нас уже. А, лежит. Я тебя вижу, кстати, Рони. Ты с Рони, да? Нет, я с Диором. С Диором. Смотрю. Все, Вафель, спускайся, таран готов. Хорошо. Спускаюсь. Готово. Кото-кото? Нафиг ага. Этим. Слушай, а Джокер, у них толщина такая же, как у этих, в обычных стенок? Ну, то есть длина. То есть длина, высота? Да. Они так же установлены. То есть таран одну подлом. Пробивает, да? За таран ну, встань, чтобы быстрее доехать. По одной. Под где двум. Под двум. О, с горы спускаюсь, Вафель. О, шикарно. Так, ты давай это сейчас. А, нормально, не стреляю почему-то. Че, давай, у меня скилл есть на ускорение. Садись. Поехали. Че, куда долбить? Я его, кажется, видел. Вот здесь. Иди сюда. Сейчас. Так, правее от меня. Выбирай место. Вижу. А что, боишься, что я тебя помну? Нет, я просто... То есть, если ты пойдешь левее, то есть я здесь застряну. Ага. Ща. Разворачиваю эту байду. Надо прицелиться. Так, ладно, все, вот две стенки. Ну. Начинаю хренячить. Они, не они? Да. Хорошо. Ну, 750 по бастионкам примерно столько же было бы. По бастионкам? Да. А у них тоже 65? Там тоже камень. Не, там гораздо больше хп там. Не, я не про хп, я про City Defense. То есть 65 же у него, да? Кто там с латами стоит? На... Так, сейчас, секунду, отошел. Уже вижу, что он чернеет. Обговоры. Бля. Минус
падает, минус крыльев. Бафин. Я ша. Кого рейдить? Ой, всех. А кто там? Кого-то. Кто это спрашивает? Попка, ты что ли? Да. Хомяков под ноль стерли. Стерли уже? Да, и теперь сейчас с них калифана пытаемся. Стрел, все. Ну жалко тебя не было, да. А давно? Стерли. Да уже давненько фигарим. Сейчас Виталисов только начали. Стенку долбим. Пару часов. Давненько в пределах полутора часа. Блин, я мог успеть, но я решил посидеть покушать. Как у вас? Ты между двумя глиняными стенками? Да. Мы между... вырыли тебе Это вряд ли. Мы все вряд ли. Нормально доедем. Ну, я что они так рассыпятся, я думаю, она одного хватит. Тарана. Хрень сколько. Нормально хватает. Плохой меч не ломает. Это не подходит. Кумыс, пускай долбит. Че, вышел уже, да? Ну, мы между глиняными стенками. Сейчас, наверное, будем напротив тарана. Сейчас я посмотрю камеру. Дождь. Здорово. Спасибо, Вафин, спасибо. А все, незачем благодарить, вот это уже. Что, погнали? Куда вы погнали? Там же тупик. Да. Они внутри, Там часть. Джокер, еще ставь второй, подгоним пока. Этот сломался. Так, где там Диора? Вернее этого. Тащите пока. Что там происходит? Смотрю, что там. А где тачка ебаная? Куда уехала? А, вон стоит. Ну, ебаная, да, ебаная. ТНВ. Бля, Вафель, конечно, этот китай... О, господи, китайский. Американский ниндзя. Так, а что терять? Маугли. Это ниндзя из Беверли-Хиллз? Да. Это такой пухлый был, а точно. Да. Помню. Я недавно на работе пересматривал офигенный фильм. В своем жанре. Обожаю американские тупые комедии. Скэри муви любишь? Очень страшное кино. Ну, это не яркий представитель жанра, он такой тип. Ну, это эти. Как его? Пародии. Да, это уже больше пародии. А вот этот именно, знаешь, такой тупой американский юмор. Кино, которое ты посмотрел на один раз, оно тебе голову не загружает, чисто вот. Waste of time. Так, Вафель, где тут твои шкафы? У меня вопрос. Как ты туда попал, кокос? Они пустые, да? Они реально тут что-то хранили, да? Все. Я это сделал, берите. А, таран? Да. Серьезно? А как сюда рейдеры пробрали, говорите? Вон я сверху на горе. Так, а как вы сюда все пробрались? С воды. Ага, так все, тогда таран уже не нужен. Капрал? Капрал. Блять, зря потратил. Капрал, да. Можешь мне лошадь привезти? Капрал? Что вы делаете? А, здесь ворота. Капрал, привези мне, пожалуйста, свою лошадь и расшарь, чтобы я мог на нее сесть. Ребят, нет, не систем друг друга, давайте разошлись, да по ширику все сломали. Тут места много. Фейерверк можно сразу выставлять. Алло, чё мы вдвоем с Диором долго туда? Давай, помогай. Подвигаться не могу. Вы сейчас стенку сломаете, аккуратно начнет стрелять вышку. Почти. Кто собирается? Да, она стреляла, по-моему, уже. Не-не, нифига, там еще дофига. Я лайнер был. Нет, стреляет еще. У кого такой? Надо. Я его молотом ушатаю, не вмешивайтесь в эту битву. Вот так вот. А там
бот, что ли? Да. А чё, я тебе тоже под ноль? Во, найс, инструмент. Железные серпы таким же осадным грейдом обладают. Оружие стальное. Тоже пробивает глину. Так, на ПХПшка, смотрите, болты-то он тратит. Главное, не убивал. Расшарь, пожалуйста. Она просто уйма. Ладно, еще. Жоли, ты же Тауян, ма. Четыре болта оставалось. Let's go, boys. Это не тот. О, вот этот тот. Сейчас верну. Значит, ты читал, не шлящ. Телегу, блиц, телегу сюда приведешь. Она полная у меня. Там а места дома? Нету. А какую вы видите? А теневые? Чё, лут-то есть тут, нет? Посмотри. А я хрен узнает, я башню дал. Я тоже. Осадный фундамент можно поломать, там будут, могут быть тараны, баллисты, снаряды. Может. Ну и чё-то гораздо сложнее было хомяков пройдить, кстати. У них бастион есть. Бастионка больше пугает на самом деле своим временем. Угу. И ресурсами, которые надо потратить. Причем я бы не сказал, что в крафте она типа так же обходится. Она... Ну, будь у нас хотя бы 4 осадника, каждый с мангарем второго грейда, эти бы бастионки падали. Всем привет. Привет. Всем. А это кто? Привет. Это мясо. Эй, кто спер мое мясо? По-моему, Орды не среагировал. Ладно. Я так не играю. Ну, мясо же молчит. Эх, жалко, поводи нету. Стеллу долго. Ну. Бедная Стелла. Свою. Знаете, пришли, все. Сворачиваем. Свою Стеллу, говорю, долго. Китайцы пришли, сворачиваемся. Как? Гоша? Да. Пойдем в канал ниже. Ты ее ломай? О, сломал. Хотел спросить, ты ее ломаешь? Так, печки полно. Так, а че шифонеры между стенками убили? Где тела? Кто-нибудь видел тела? Да, я одного убил. Ах ты ж стиляга.
И не стыдно? А что делают? Оставить его что ли? Ну. Ладно, надо оставить. У, тут фейерверки, фейерверки. Ну, народ. Я предлагаю всем желающим потом собраться на базе, и у нас этих фейерверков всей КПшкой затарено. Можно половинку пахнуть, раз мы так здорово все дружно сегодня собрались. Оставь на Новый год лучше пахнуть. Ой, это своя телега, я уже все, я, моя ломать. О, тут оружка, которой можно все ломать, а ее никто не собрал с ящиков. Я вот собрал. Вот. Криминал. Обалдеть, Джокер, тут столько белого камня. А, белый, блядь, мне синий надо. Warte, alle Kriminellen, die haben aber schnell, ne? Вот этой тележкой они возили, он возил им груз. Падла, надо ее разнести. У тебя что-то этот спрашивал, Алина. Да, что-то про криминал. Вас, Джордж, у вас мыш, у вас гефракт еще? Не, не. Ничего не спрашивал. Вас? Только не эти. Только за пара Али криминал, я мара вообще. Мама криминал. Ребята? Замфет? Я фан отлично, можно внимание. Кумы, сэрка, все, блядь. Ах ты пиздец. Осуждаю, не надо и вещи говорить. Осуждаю. Я забыл, что стрим, бля, сори. Кушайте. Русские, да? Кушайте русские. За это, кстати, тоже можно отлететь. Ох, тут руды. Ну. Там еще надо руды. Нет. Мы в стеле замуровали руду. Какой еще надо руды? Могу, я хотя бы железо заберу. Я гнилого мяса возьму. Хотя в колодце можно спрятать что-нибудь. Так, там говорят еще этот таран один, да, оставили. Вафель. Джокер поставил таран, его надо заюзать. Ой, тебе ничего сносить. Что-нибудь? Ага. Сейчас. Хорошо, сейчас. Слушайте, а вот у них с передней части, вот где там ворота, да? Там есть еще постройки. Там есть маркет. Там есть маркет, Кожевенко и транспорт гильдии. Слушай. Где? Где класс? Немножко. Где? Ну блин, вот эта каменная стена, у которой есть буферная зона. Скинь на пол. А, передняя там часть. Реально, да. Там надо что-то вынести. Ну-ка, закатите сюда. Вафель, вот. Видишь, стримак? Еду, погодьте. Да и стенов вас. Вафель, стримак, видишь? Я вижу. Ну, а на рынок. Рынок, станция отправки, транспорт гильдии. Надо сломать обязательно. Обратной стороны сейчас поеду, надо только таран найти. Он там в кустах стоит. Здорово. Ну, а каменную стенку ломать хочешь? Здесь можно сломать одну глиняную руками. Нет. Вот тут сверху. У нас один фиг есть таран. Ну, уже поставленный, выставленный. Вот. Просто каменную стенку там сломать. Вот, смотри, ты где попка? Ой, попка. Да ё-моё, где-то есть. На горе. Так я тоже на горе. За зоной. За зоной. Где кровать? Какая кровать? А, бляха, муха, ты вообще на другом уровне. Ты здесь? Вот, да, вот тут в кустах. Вот он. Охрененно, спрятал. Ну, заехал, поставил там, где ставилось. Надо ровную площадку ему, блин. А, срать, сейчас все на пролом. Деревья. Вообще пофиг. Че, я просто ломаю все, но получается вот это. Да, вот. Да. Если бы сразу с этой стороны сломали, было бы лучше. Почему? Тогда бы не спасли меня, понимаешь? В смысле? Ты бы... У нас была операция спасти командира кокоса. Прогресс, да. Бы стену, нормально все.
У нас ролиплей. Не знаю, что ты там выдумал. У нас миссия спасти капитана Кокоса. Да, фактись. Так. Бум. Да, а у меня будет от этого осадка отличаться? Не. Не знаю, посмотри. Не. Блин, ну так не, я так не играю. Ну вырезай тогда. Разницы все равно нет, что ты здесь, что тебе нет. Ты в две сразу бьешь? Да. Одну? Ну, в две. Да бери с меня. Бери с места. Не могу даже с это... Скину бы. Если прочность останется. А рынок, он считается же каменной постройкой, насколько я понимаю. А если там получится поехать, то... И сносить не надо. Хотя прочности вряд ли хватит. Мне кажется, когда Вафель за тараном, вы заметили, у него такой голос умиротворенный, он как будто прям кайфарик ловится. Не, я сплю просто. Это очень весело, поэтому я засыпаю. Про само сейчас геймплей. Нет, ну Вафель, это же куда веселее это, чем строить фабрику по этих телегам. Ну хз, там хотя бы можно атлетизм покачать, пока ты по них прыгаешь. А тут я уже уперся в потолок, у меня осадка даже не качается. То есть ты здесь не креативишь, да? Не. А чё, я говорю геймплей, сейчас просто затыкиваю левую кнопку мышки. Бедная мышка. Кстати, странно, я почему-то бью по двум стенам, но не по тем стенам, по которым я собирался бить. Я думал, стык немного в другом месте. Да. Ну да ладно. И так нормально, в принципе. И так сойдет. Абсолютно. Так, а если такая тема пошла, то и по трём можно, по сути. Крэйвен, у тебя там крылья выросли, что ли? У Крэйвена, походу, перк на лошади, на прыжки. Там у Скорпиона лошадь, она перепрыгивает. А ты без перка так не запрыгнешь. Запрыгнешь. Фига себе. А на стену кто прыгнет? Тупо кайтлетит. Раз в раз. От такого прыжка пол хп у лошади. Тебе молоточек дать помахать, Вафель? Не, я сейчас посмотрю, что тут есть, да, кивнусь. Спать пойдем. И это весь маркет? Нет. Серьезно? Уже ничего нет, видимо. Абсолютно. Эти вообще какие-то бомжи. Ага, он один играет. Не, он где... один. Где я видел, тогда их двое было. Че, Крэйвен, поехали? Да, поехали. Так, че? Чё... Где, блядь, их домик? Не ругайся. Извиняюсь. Где-то здесь их деревянный домик был. Я сейчас проскочу вокруг. Ну, проскочи вокруг. Он был где-то рядом. Вот с этой базой именно. И там они точно вот ресурсы держат. Джентльмены, тут какая ситуация. Мало того, что они ресурсы где-то держат, у них куча спальников здесь. А если Джокер скажет, что стенки бьют или ломают, надо будет, во-первых, сюда подорваться. Подожди, ну Ким. Вот. А во-вторых, натыкайте спальников, кому не впадлу, вокруг по кустам. Вокруг нашей стеллы, которую мы поставили. Mm-hmm. Просто тупо, чтобы чекать. Слушайте, а вы не делали сундук или что-то в этом духе? Джокер оставался, то есть, ну, можно сделать фундамент за... Да, мы будем поставить домик. Вот что-то, да, типа фундамент, на него сундук, да, и сейчас, например, я кучу оружки, которые вот, ну, хламовые, я туда скину. Какой сграду, поставили, где мы... поставили железный фундамент и медный этот медный шкаф возле базы. Вот, вот если бы его поставили внутри бы ограждения, было бы здорово. Там внутри места не было. Там внутри не было места. Просто да. цель была оперативная, а не такая. Цель была, если вдруг нас будут убивать, чтобы подходили к этому ящику и с него брали оружие и дальше шли в бой.
Так, что, вы уже уехали? Так, я у хомяков заехал в гости. Ком, Бобисто. Ты auf dem Waggon von dem Kaffer hier. Los, fahren wir los nach Hause. Ja, ich sitze da auf seinem Waggon drauf. Okay. Wir fahren noch gut bei Хомяк vorbei. О, он к дому пошел. Опа, они тут отстроили. Где? Уже там? Wo reitet ihr denn vorbei? Wo ist er denn? Na da, wo wir waren, vorhin. Wo wollen wir da jetzt? Ah, die sind wieder da, Alter. Ernsthaft? Ja. Oh, für mich sind die lost. Alle geschlachten. I have my little Uber here. Все, приехали. Вы же не разбили коня? Нет. На базе кто-то есть, ворота открываются. Я просто запрыгнул. На нашей базе? Нет, нет, нет. У них. Ворота только что открывались, закрывались. Я звук слышал. He's at home. Break him, boys. Knock, knock. Вот он голый бегает, мараток. Прям тут? Ну вот, да, на базе. После ворот. Голый. Эрс пишет. Есть кто? Поймать его. Че? Он от меня прячет. Блин, ворота сейчас закрыты. А, он опять бегает, это тот самый голый, которого я прищучил. Он за ним уже бегал. Он ворота закрыл? Не-не, вот мы его ловим. Вот зашел. Там проходить не может. Давай, ты с одной стороны, я с другой, да? Кто-то какая, да? Блин, 9 травы собрал. О, пшенка выросла. Надо собирать. Да, собирай. Все-таки поля тут хорошие, конечно. Слушай, Кокос, ну... Чего? Тебя мараток явно любит. Чего опять? Короче, ты сучка бананов, а они теневые кукловоды. Ты что, их не стрим, что ли, смотрел? Ну я сейчас просто зашел после этого и как раз попал на это. А, это потому что с нами один банан был, да? Получается... Он отдавал тебе команды. А, Алина серый кардинал, короче, зашел к нам в клан и, короче, курирует нас. А я думал, Алину понизили к нам, перевели из кардиналов. Типа наказан? Да-да-да-да-да. Аклямаганава? Was hat die gesagt? Die заходит auf seinen Stream, hat gesagt, dass wir... Так, ну что, на этом давайте, наверное, закончим. Мы проследим, в отличие от Фозы Хордов, как здесь разрушается их база. Вот. Скорее всего, им придется переселяться. Ну вот, мы хоть немного пофанились. А теперь пойдем опять качаться. Да. Китайцы уже близко. То есть, если посмотреть. Один день. Вот осталось буквально... Не знаю, если сейчас 47 минут от полуночи, то есть до полуночи, то есть 13 минут и сюда ворвутся. Ну, как ворвутся? Смогут ворваться. Вот. А когда ворвутся, уже еще неизвестно. В общем, так, смотрим. Наши, скажем так, китайцы, которые захватывают префектуру, забрали еще один округ. Почему у нас сегодня не было магистрата? Потому что они ставят... С помощью подставных кланов, которых у них там в альянсе
один человек, клан одного человека, и ему они передают деньги, и он по всем округам ставит 130 тысяч, то есть где-то вот в районе, да, где-то больше, где-то меньше. В общем, они обузят систему по полной. Жалко, мы этого не делали. Вот. То есть дневную выручку, где-то 200 тысяч, можно спокойно было через кого-то выкинуть его. Он создает клан и бросает нам вызов. Или просто даже в банане отдать 200 тысяч, чтобы она кинула заявку против нас. И мы с ними бы помахались бы, то есть поучили бы банана, то есть или они нас поучили бы. Вот, но мы так не делали. Все ставки, которые делал я, они прогорели. Я прыгал вчера по серверам с откатом в час по возможности. Собственно, нужно набирать больше денег. Да, где-то ставку, не знаю, 250-260 тысяч, и тогда уже бороться за круга. К следующей неделе мы будем точно готовы. Докачаем навыки. Мы этим сейчас упорно занимаемся. Как видите, в метеоритку мы оделись. Сейчас единственное, что нужно, выфармливать деньги и по возможности одеваться в золотые сеты. Вот так вот. А теперь снова-снова пахать, стоять за станками с грустными лицами. Вы хотели экшона? Вот экшон. Всем спасибо за просмотр. Надеемся, вам понравилось. Приходите к нам еще. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. И что-то где-то запрятано. Тут все, все глинка-глинка. Раз, один камень железный. Один каменный. Ну, все сгниет, ты не волнуйся. Да они придут, переделают. Ну, то есть, перенесут.